Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупки в Wildberries сезон Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочка Яндекс.Маркет, девчонки, это тряпочки. А, кто помнит, мои любимые тряпочки сезона, великолепные, классные, ментолового цвета, они исчезли, девочки. Фокус пытаюсь сделать, камера как-то неправильно свет передает. Они исчезли, их вообще нигде нет, обыскала вообще весь интернет, нету. Все, их больше не продают, поэтому пришлось искать другие. Я не люблю пестрые тряпочки, я их очень не люблю. У меня все такие вот ментоловые, все в одной цветовой гамме. Не люблю, когда тряпка по цвету отличается от полотенца, но выбора не было. Вот не делают такого качества тряпки однотонными. Вот хоть убей, не знаю, почему производители так поступают. Ну ладно. Какие есть? Взяла попробовать на Яндекс.Маркете вот эти. Почитала отзывы, посмотрела, открыла их на пункте выдачи, тоже проверила, посмотрела. И вот внешне прям кажутся какими-то тоненькими, такими неказистыми. Но вчера попробовала. Так их здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Вот у меня уже в ходу местами с пятнами. И, девочки, это восторг. У меня даже Ксюша взяла эту тряпку вчера в руки. Фокус, вернись. И сказала, какая она мягкая. Знаете, как будто кашемир. Вот как будто кашемир в руках держишь. Мало того, вот сейчас она у меня влажная. Она прекрасно справляется с загрязнениями, в себя их впитывает. Я вообще их каждый вечер меняю. Вчера достала вечером одну, сегодня вечером ее в стирку кидаю, беру новую. Так по кругу. Поэтому в запасе должно быть много. Прекрасно впитывают воду. Вот просто изумительно. К ним прикасаться вот одно удовольствие. Они такие мягенькие, такие классные. Загрязнение, воду протирать. Вот сейчас покажу вам даже, смотрите, эксперимент проведу. Мне безумно понравилось. Даже лучше, чем мои любимые тряпочки до этого. Просто вот, просто. И насухо вытирает. Отжал, вытер, вытирает насухо. Вообще, ну просто класс. Мне безумно, девчонки, понравились. Прям рекомендую. Очень классные тряпочки. Мягенькие, красивые. Прям супер. Жалко, что вот, конечно, не однотонные. Все разных вот таких вот цветов. Но обалденные. По качеству вообще нареканий нет. Девчонки, один плюс. Обалденный. Даже на раковине, вот, металлической, да, вытирает без разводов. Что я вчера обратила на что внимание. Вчера чистила раковину. И вот водичку на раковине даже убирает без разводов. Попробую шкаф помыть с ними в коридоре. Там у меня зеркало большое, так что вообще супер. Одна покупочка Wildberries — это куртка, девчонки. Куртка у меня в 62 размере. Сейчас расскажу, почему, что, как и зачем. Долго выбирала себе на зиму куртку, определилась, заказала в двух размерах и выбрала именно этот. Приходит она вот в таком мешочке красивом, мешочек с ручкой. Магазин называется «Я разная», и у них преимущественно куртки из эко-кожи. Такая вот красота. Вот так выглядит курточка. Я вам сейчас все померю и все расскажу. Это эко-кожа, девчонки. Она непромокаемая. Очень тактильно, вот прям на ощупь приятный материал. Прям вот классный. С карманчиками, с капюшонами. Стеганая. Красивая металлическая молния. Вот такая вот стильненькая. Это у нас бренд. Вот смотрите, вам показываю какой. Почему-то не хочет фокус у нас с вами фокусироваться. Так, вот здесь тоже бренд написан. Прям вот засвечивает черный цвет и фокус не ловит. О, вот так. Так, у нас тут рекомендации по стирке, по отжиму, по сушке. Состав полиэстер, производство России. Российский бренд. Me Always Different. Вот так называется. У них есть разные курточки, много разных. Есть длинные, есть короткие. Я взяла средней длины. Вот такую вот черненькую. Здесь достаточно легкий утеплитель. Я померила, она достаточно легкая, комфортная. Так, ну и давайте будем мерить, собственно говоря. Девочки, куртка прям вот бомбезная. Она мега стильная. И вот как капюшон сделан, я вот это тоже очень люблю. Так, почему по размерам так? Вообще, смотрите, у продавца есть размерная сетка. Вот следуйте строго ей. Там все замеры написаны, все написано. Это во-первых. Во-вторых, чем больше размер, тем куртка длиннее. Я заказала 58 и 62. Сейчас объясню, почему. Но вдруг мне захочется надеть теплый свитер. Вообще у меня размер верх 52, низ 54. Обхват груди где-то 114, талия 92, наверное, и бедра 116. 117, 116, наверное, вот так где-то сейчас. Давно не замерялась, на самом деле, точно не могу вам сказать. По размерной сетке мне можно было бы брать по размерной сетке продавца 56 размер. Но я решила взять побольше, потому что, во-первых, эта вещь оверсайз. Она такая свободненькая.
должна быть. Нехорошо, когда такие куртки, они в облипку. 58 на меня тоже сел хорошо. Вот мне кажется, золотой серединой был бы 60, но я вот почему-то решила заказать 58 и 62. Вот такой разброс у меня был. Думаю, ну мало ли, вдруг маломерит, там еще что-то. Нет, они не маломерят. Они, в принципе, идут по размерной сетке продавца, прям точно, четко. Но в 58 размере она была короче. Сейчас я застегнусь, вам все покажу, пока вот поближе, как она сидит. Я обожаю такие капюшоны, прям вообще, девчонки, я прям обожаю. 58 размер был прям покороче, причем ощутимо, но сел хорошо, вот сел отлично, то есть еще был запас, то есть в этой запас еще больше, она прям мне свободно-свободно, но я мерила на футболку, на Валберес, у нас сейчас жара, поэтому если я захочу какой-то толстый свитер надеть, утеплиться, там пойти с детьми куда-то на горку или еще что-то, то все влезет, скажем так. Так, смотрите, вот как выглядит курточка, вот длина. Вот такой фасончик. То есть все отлично, все замечательно. Еще плюс товарищий размер, по-моему, до 70-го, девчонки. То есть, ну, я почитала отзывы, посмотрела, как она смотрится, как она сидит. Она действительно стройнит в такой длине, да. Она прям смотрится классно, суперская. На девочках крупненьких, там 60 плюс размер. Смотрится прям обалденно. Рукав с приличным запасом. То есть в этом плане все нормально. Здесь резинка свободненькая, нигде ничего не давит. Капюшончик. Он очень красивый, мне прям безумно нравится. Классный капюшончик, стильненький. Так, и до конца сейчас застегну, вам покажу. Утеплилась и пошла. И шарф не нужен. Вообще, куртка, девчонки, просто супер. Я у нас в магазинах такой не видела. С расстегнутым, со снятым капюшоном. Вот так это будет смотреться. Ну, очень класснючая, я прям довольна. Вот и горловина, как я люблю, и рукава, и длина. И еще здесь внизу, девчонки, есть резиночка, есть затяжки. То есть она внизу такая достаточно широкая. Вот, видите? Но если вы хотите ее подсобрать, то вот здесь внизу есть резиночки и затяжки. То есть можно подсобрать, сделать, чтобы она была немножко вот присобранная. А можно оставить такой широкой. Мне не нравится собирать, мне нравится, когда вот она внизу не сужается, а наоборот вот так свободно сидит. Но мало ли, у всех как бы вкусы разные. Очень теплая, очень комфортная. Она прям такая достаточно толстенькая. Вот по рукавам видно, да? То есть тут прилично наполнитель. Я думаю, по нашим зимам, по крайней мере, в центральном регионе, и на зиму она вполне подойдет. А непромокаемая, я вам уже сказала. Мне кажется, и мыть будет ее хорошо. Если запятнаешь вот материал, вот этот эко-кожа, он безумно гладкий и приятный, девчонки. Вот прям классный. Такие курточки, ну, порядка 10-15 тысяч у нас в магазинах стоят, а тут цена прям вообще очень приятная. Приятно удивила. Так, что у нас? У нас красивые с вами штучки, веревочки для капюшончика. То есть его можно утянуть, подзатянуть, а можно и не затягивать. А, нет, девчонки, это не капюшон, это воротник. Веревка проходит по вороту. Веревка проходит по вороту, то есть мы можем утянуть еще горловину. Но вот мне ее утягивать не надо, но мало ли, может, у вас там худая шея или еще что-то, и вам нужно будет утянуть, то да. Но в целом, скажите, вот офигенно прям смотрится, мне так нравится. Сейчас я вас еще пониже опущу. Прям классная. Карманы глубокие, прям вот глубокие-глубокие, рука влезает, телефон огромный влезет, все, ключи, все влезет. В этом плане класс, они очень огромные, прям такие хорошенькие. Попу скрывает, даже на несколько сантиметров ниже попы. Но опять же, это 62 размер. 58 размер, девчонки, он был где-то мне, ну вот так. Покороче прям. Прям вот покороче. То есть смотрела, когда отзывы на ВБ, на девочках худеньких, маленьких таких, курточки 44 размера, они прям совсем такие вот коротенькие, еще покороче. Так что смотрите, можно, в принципе, заказать несколько размеров. У нас опять запилили. И выбирать, какой вам нравится. Ну, тихий час же, конечно, но почему же не пилить? Правильно, молодцы. Ребенок спит, мама работает, а мы посверлим. Нарушая все законы Российской Федерации. Ушла от этого сверления подальше. В общем, девчонки, куртка просто огнище. Берите несколько размеров, смотрите, в какой вам будет удобно, комфортно. И забирать, когда будете, тоже лучше, наверное, идти вот, ну, может, свитер с собой взять и мерить, чтобы смотреть уже как со свитером. Мне очень понравилось, я прям безумно рада этой покупочке. Пишите, как вам.
Девчонки, вот померила еще со свитерочком. Вообще отличненько. Запас большой. Можно прям даже два свитерочка пододеть. Классно, теплышко, хорошо. Думаю, на нашу зиму даже вполне хватит. Не только на межсезонье, но и на зиму. Там в прохладные осенние вечера можно с тоненькой кофточкой, даже с футболкой. А вот в зимние вечера со свитерочком прям классно, теплышко, хорошо. Замечательно. Есть еще место. То есть я прям не пожалела, что взяла побольше. Класс! Яндекс.Маркет и Озон. На Озоне, девчонки, заказала вот такие три пенки 0+ от Грасс. Первый раз на самом деле беру. Гипоаллергенный. Здесь у нас сливочно-фисташковое мороженое с ограничителем. Смотрите. Морской бриз. И сливочно-лимонный десерт. По 500 мл. Они стоили 400 с чем-то рублей. Кто-то из девчонок в Телеграм кидал. Решила приобрести. Тем более мои дозаторы от другого бренда что-то плохо начали вспенивать мыло. Может, что-то засорилось уже. Ну, как бы свой срок службы отслужили. Поэтому решила взять. Давайте попробуем с вами морской бриз, что ли. О, тут прям хорошо. У меня уже прям плохо нажимают старые дозаторы. Вот такая выходит пенка. Пахнет порошком. Ну, вот действительно морской бриз. Пахнет порошком. Слушайте, мне прям хочется другой понюхать. Давайте вот такой зелененький теперь. Да, фисташковое какое-то мороженое. Какая-то сладенькая фисташечка. Слушайте, ну вроде мягенькая такая пенка, вот по ощущениям тактильно будем пользоваться. В пустых баночках обязательно будет что вам рассказать. В принципе, 400 с чем-то рублей за 3 штуки по 500 мл это нормально. Если потом у них еще и дозаторы будут работать нормально, можно опять же сюда наливать мыло и вспенивать. Дальше у меня Яндекс.Маркет. Это, девчонки, смесь. А, кстати, вот эти вот 3 штучки с Озона, они пришли в коробке. Я коробку просто оставила на Озоне, не вижу смысла их таскать домой. В коробке еще вот такая штука была. Штрих-код тут какой-то и так далее, номер для связи. В общем, они пришли очень хорошо запакованы, в этом плане все отлично. Так, на Яндекс.Маркете заказала смесь, она оказалась там дешевле всего, уже новый вариант Нутрилон 4, здесь у нас 600 грамм. А, Крисюша еще любит покушать молочко перед сном, поэтому я ей заказываю, ничего плохого в этом не вижу. Здесь богатый состав, витамины, все супер. 609 рублей она мне вышла по карте Яндекс. Можно завести карту, как на Озоне, оплачивать покупки, будет выгоднее. Плюс еще на Яндекс.Маркете баллы. За покупки даются еще баллы. Списала, но она даже без всего этого была 649 рублей, что ли. Дешевле нет нигде. В детском мире по великой распродаже она стоит такой объем 699 рублей. Это уже со всеми скидками. И даже несмотря на то, что у меня бонусы спасибо, 10% детства подключены, то есть 10% возвращается. Даже с этим учетом все равно на Яндекс.Маркете дешевле. Поэтому рекомендую. Ну и на этом все. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.